Doesn't look like Team Spirit have a real escape plan here. Oh, I hear Yotaro coming. Yotaro finds a big crowd. Oh, nice chrono. Onto three. Beautiful. All three of them on the periphery. He'll get off a little bit of a Pavis here onto Matthew, or Whisper rather. Not going to cut it. Bash. А чё же вы молчите все, ебать, сидите? Так всегда будет в вашей жизни, запомните. А, стакнулся. Бля, он еще и хрону спиздил. Wait, what? I just ate the ward? I didn't even know you could do that, what? Да блять! Долбоёб! Сука, со своей банкой, ёбаный на басрайдере, хуесос! Господаем. Кайф, кайф. Блять! Чё? Чё за хуета? Ебать, чё это было? Ô, vai tomar no cu! Caralho! Que porra é essa, velho? Loyalty. Ah, vai tomar no cu! Caralho, virou um! Black hole, and... I mean, yeah, you kill Solo, but... No winner-winner chicken dinner. And then you get run down. Yeah. And Solo, he got his ult off as well. Oh, the golem stunned GPK? The ogre! He got ogre bashed! Are you serious? Oh my... I didn't even see that the first... Бля, я задумался реально слишком сильно. Чуть не убил меня. Живее. Как хочет, как хочет. Самый лучший килл. Все, все, надо. Надеюсь, сейчас... Ой-ой-ой-ой. Подожди, если я все... Вот смотри. Он смотрит назад из-за таунта. На эффект не работает. Вот, на нем не было эффекта. Это, а если это фишка, и он ее знает, и он специально... Нет, тут, кстати, уже Мэтью в позиции, Ларо будет цеплять. Или нет? Подожди, подходит еще здесь кто? Панда? Засадился. А, ну, БКБшка, да. Ну, это вот решение, главное решение проблем для Ларла. Без БКБшки здесь супер сложно было играть. И Виспер за ним в погоню после блинка. БКБ сейчас закончится. Можно стягивать. Ну и Тора, это был байт. Это был гениальный байт от Ларла. Вместе с Ильей они сыграли на 10 из 10. Умирает еще и Брута. И на этом в целом можно заканчивать. Ну ладно, ладно, шучу. Очень крутой момент для Team Spirit, дающим это довольно серьезное преимущество. Очень крутой игровой момент. Настолько на хайскиле разыграли ребята, да, что я даже не поверил.